Звезда вышла в свет в простых джинсах, но очень просвечивающей блузке. 44-летняя Виктория Бекхэм снова удивила публику своей шикарной формой и немного откровенным нарядом, который подчеркнул ее хорошее физическое состояние. Звезда появилась с мужем Дэвидом Бекхэмом на вечеринке House Hake, которая состоялась в клубе Лайлау в Ноттинг-Хилле. Публика отметила, что блузка Бекхэм настолько прозрачна, что под ней видно ее нижнее белье. Однако, по мнению журналистов, образ получился совсем не пошлым, а очень стильным, как это всегда бывает у этой звезды, известной своим безупречным вкусом. По мнению критиков, во многом прозрачная блузка удачно смотрелась за счет простых джинсов с высокой талией. Как передает Daily Mail, бывшая солистка Spice Girl добавила акцент для своего ансамбля с помощью пары остроносых туфель и компенсировала мрачность красным маникюром. Сам Дэвид в этот вечер появился на публике в простом сером строгом костюме.